Вот такая вот у нас Русь. Выходной. Картаус рыжий ус роет. Дед Виталий. Ходим вот по таким кустарям. Лысое поле мы уже вывели. Вот. Поехали на поиски нового поля. Ходим вот по таким колтырям. Первая моя находка сегодня — крестик. Ну, в общем, крестик. Усатый добыл деньгу уставшую. Пока на этом все. Выкопал вот такую вот хреньку. Ну, явно средневековьем попахивает. Подвесик виден. Что это такое? Даже вот, даже не знаю, сейчас у усатика спросим. Да. Вышли чутка копнуть с Максимычем. Дед Виталик сегодня отсутствует, у него семья, дети. Вчера мы копали вон там, по колтырям ходили, невозможно. Вчера у меня там денег не было, сегодня полушечка. Вот такая малышка, хорошенькая. На другой стороне поля через овраг. Копай. Усатик бродит. Говорит, Петровский крест нашел. Вот. А у меня Петровский руль. Вот такой вот. Бронза. Разведывательная копалка. Максимыч уже сбежал к машине. Говорит, здесь нет нихера. Петя. Вот так вот. Идеальное состояние. Ну, рельеф, конечно, нет, но... Петр. Вот так вот.